наш старец Алексей, он почил, но он передал мне духом о том, что через вас Господь дает людям средства от рака, что вы исцеляете людей. Это правда, что это на самом деле правда. Старец мне открыл написать о вас книги. Это великое счастье, что мы вас увидели. Это просто невозможно. Мы не верим своим глазам. Старец нас вернул. Он сказал, вы увидите его. Сегодня здесь в лавре.